Ну а некоторые предпочитают проводить свой досуг в тиши библиотек. Сегодня, 27 мая, эти учреждения культуры и их сотрудники отмечают Всемирный день библиотек. По мнению исследователей, первое книгохранилище на Руси появилось очень давно, при Ярославе Мудром. А уже при Екатерине II была создана первая государственная библиотека в Санкт-Петербурге, посещение которой было доступно всем.